Приветик, я Варя на канале, и это мой влог из Питера. Главная задумка этого видео, как, собственно, и всех влогов, это просто показать мою жизнь, так что наслаждайтесь видами из окошка. Добирались мы до Питера на ласточке, которая шла примерно 7 часов, и там мы встретили такого милого таксенка. Спустя где-то 40 минут, как мы отъехали от Москвы, начались очень красивые виды. И я в очередной раз убедилась, что природа России прекрасна. Я оделась, сейчас собираюсь до конца, то есть крашусь, и, возможно, какой-нибудь аксессуар возьму тоже, и пойду гулять по Невскому, зайду за Bubble Tea, и, наверное, потом пойду читать буквы. Это очень красивая их клеточка. Кстати, как мы сегодня? Это смотрится нелепо, но сейчас это будет выглядеть нормально, я обещаю. Спасти 10 детей? Не обязательно черных. Или... Мега! Пачка чипсов! С крабом Лейс! Я сейчас пойду в Ревкош, потому что не так люблю. И потом спать, наверное, за салатиком. Потому что в 8 часов у меня будет концерт в... Петербургской филармонии. Как-то так. Собираем наши встречи, наши дни под нами. Я чувствую себя потерянным поколением, потому что я не знаю, кто это. Не сорите мне, пожалуйста, в комментариях. А я иду на второй этаж Ревгош на Невском проспекте. Я вообще не понимаю, что там будет. Типа, я была только на первом этаже всегда. Моя идея что-нибудь новенькое найти проваливается. Хотя, может быть, и ваша порадует. Понятно, это Ирина Дубцова. Просто сосать. Всем привет, и это обзор того, что я выиграла на конкурсе в Ревкош. Ох, ёпта. Это серьезно. Это минимум на косаря 3. Потом я зашла в спар за обедом, взяла 3 ролла и мунельку. Ну, собственно, роллы, это да, это база, но они, конечно, очень жирные в спаре, и там прям майонеза дофига. До концерта оставалось около 2 часов, и я пошла опять в прекрасный буквоед читать. Буквально месяц назад я выпустилась из музыкалки, и теперь я смогла наконец-то послушать музыку, не как исполняющий ее. В этот раз я ходила на концерт Рудина и Попова. Это питерский скрипач. Я наконец-то дома, и сейчас я буду пить чай и уже ложиться спать, потому что сейчас 11 часов ночи, а хочется завтра пойти кое-куда. Квартира я довольна, концертом я довольна, ну так, 50-50, но я это уже сказала, как бы. Ну, вообще, эмоций было много. Всем утречко. Боже, сейчас 9 часов утра. Через 2 часа у меня все сознание, и мне нужно заложить как минимум час на то, чтобы сделать домашку. Мне кажется, мне 2 часа не хватит.
Сейчас будет зарядка, завтрак и общак. Вчера получился довольно странный день. Вот он, мой прекрасный завтрак, уже я люблю черешню. Мне так интересно, что в итоге получится из этого влога. Ти-тайм. Вот это, конечно, оптимистично. В общем, у меня здесь два кусочка шоколадки со вчера остались и чай с чабрецом, мятой и ромашкой. Возможно, я вчера немножко простудилась, поэтому drink some tea. У меня много вопросов к своей коже, просто вопросы как бы ок. Походу, общения не будет. Ну, сказать, что я рада. 50-50. Сказать, что я расстроилась? 50-50. Но у него еще есть немножко минут, чтобы все-таки скинуться. Вдруг я что-то надумала в башке у себя. Жесткий пун урока сегодня не будет. Где фокус, лол? Я все еще пытаюсь похудеть, поэтому как бы по калориям сегодня так. Я съела черешню и два больших помидора. Еще два кусочка маленькой шоколадки. Я буду сходить на тренировку. Я просто сняла один шорт, вот это вот талия дэнс. Это просто трэш. Я вся мокрая. Почему это так? С этой квартиры. Но почему так получилось, смотрите в следующем видео.